Так, вот. Табличка такая интересная. Внимание, аварийный мост. А сейчас мы посмотрим на аварийную речку. Потому что ее там фактически и нет. Река называется Яманча, а это мост через нее. Вот я подошел к этому мосту. А вот и речка. Хотя это трудно назвать вообще рекой. Мост реально тут. Ничего себе. Неизвестно, на чем он вообще держится, этот мост. А вот и речка. На карте указано, как река Яманча. Яманча – это река в Воронежской области России. Правый приток Девицы. Длина реки составляет 35 километров, площадь водосборного бассейна 401 квадратный километр. Река берет начало в селе Яманча II. На реке находятся населенные пункты Ивановка, Дмитриевка, Яманча I. Устье реки находится в 21 километре по правому берегу реки Девица. По данным Государственного водного реестра России, относится к Донскому бассейновому округу. Водохозяйственный участок реки Дон от города Задонск до города Лиски. Яманча первое – это село в Хохольском районе Воронежской области России. Входит в состав Хохольского городского поселения. Село расположено в 6 километрах к востоку от села Хохол. В конце 18 и в начале 19 века в долине речки Яманчи возникло несколько маленьких крепостных деревень. Они носили такие названия – Яманча первое, второе, третье, четвертое, пятое. Или Михневка, Стрижевский, Штемпелев, Чертков – Богдановка, Зареченский. Деревни отмечены в списке населенных мест 1859 года. В советское время они объединены под общим названием Яманча I, которое произошло от речки Яманчи. Название речки, как считает Прохоров, тюркского происхождения. Даль указывает, что слово «яман», «яманка» или «яман» означает домашний козел, коза. Речка Яманча могла получить свое название от имени или характера этого домашнего животного. В селе находится церковь иконы Божьей Матери Знамение. Церковь Знамения Божьей Матери построена в 1904 году. Восточным и северным фасадом обращена к сельским улицам. Массивное кирпичное здание хорошо видно со всех точек села и с дороги Воронеж-Хохол. Облик здания типичен для культовой архитектуры рубежа 19-20 века. План церкви близок к прямоугольнику. В данный момент эта церковь используется как зернохранилище и не реставрируется. В данный момент в селе проживает чуть больше 300 жителей.